18 октября 2020 года Ярополк уже в количестве 23 человек прибыл купель. Стоило погоде измениться, то есть понизить температуру, как наши спортсмены и их родители активизировались еще больше. Ну что ж, окунемся! Повысим свой иммунитет, чтобы не болеть. На улице температура плюс 7 градусов. Вода, я думаю, плюс 5. Вода. Хороша. Ой! Закаливайтесь, друзья. Коронавирус вам будет нипочем. Головой! Белов! Белов, нравится купаться? Да. Ага. Малкин, а почему тебе нравится купаться? Закаляться люблю. Красава. Белов, давай. Следующий перегибаемся. С головой! С головой, Кирилл! Вот. Молодец, молодец. И поехал с головой! С головой! С головой! Вот, еще ниже! Опа! Вот хорошо! Умница! Аккуратненько! Что, первый раз купаешься? Нет, не первый, но холодно! Молодец, нормально все! Всем привет, боли нет! Поехал! О, молодец, поехал! Не первый раз ты купаешь? Или первый? Купели и первый! Первый раз купели? Да! Молодец. Скажи всем, кто любит играть в компьютерные игры, но не любит купаться, что им лучше посоветуешь? Лежать в купели и купаться, потому что компьютер портит все. Молодец. И жизнь, и здоровье. Правильно, давай. Это говорит 10-летний ребенок. Миша, да? Максим. Макс. Это знаешь, как это как в компьютерные игры. Понравится, будешь дальше играть. Давай. Развернулся. Не держать. Поехали. Давай. Опа. Хорошо. Отлично. Макс, как ощущения? Скажи. Ой. Нормально все, Макс. Как ощущения? Макс, вот так вот сделал. Сделай, две руки сделай, две руки, Макс. Две руки. Вот так. О, молодец. О, давай, все, уходи. Мы, мальчишки, все замерзло, чтобы они начали летом в Европу. Молодец, давай. Хорошо, умница. Как ты думаешь, мальчишки и девчонки услышат тебя? Да. Почему? Потому что я нужно всегда закрепляться, в аэропорте это полезно. Правильно, давай. Армен, лаваш или хачапури? Хачапури. Молодец. Нет коронавируса? Да. Укунись, пожалуйста, хотя бы один раз. Тебя Илья Сергеевич об этом там. Саша! Саша, укунись! Один раз хотя бы! Баба! Без соли ты никак. Ну, не гудей.
большой привет. Ласкайтесь, купайтесь, закаляйтесь.